Самый тяжелый. Поехали. И проснуться. Еще дышишь, черт меня зачем? Какой же ты живучий, однако. Господи боже. Череп ее повысил за историю с лагеря. Эй, капитан, вы угнали молот Евы, самую мощную подлодку во всем нацистском флоте. И как можно быстрее двигайтесь дальше. Давайте сотрем черепа с лица земли. Череп? Надо будет сразу убить мерзавца. Капитан, мы на позиции. Ядерная пушка заряжена. Можно стрелять. Вот такая вот была прошлая игра. Играли вы или не играли, а если интересно, можно будет ее попозже пройти. Ну, можно мышкой вертеть. Супы. И еще каша. Так. Что ты будешь, малыш? Сохраняшечка прошла у нас, и это хорошо. Боже, капитан, помоги решить. Череп, твою мать. Так, Вайт. Ну, Вайт я видел в заставке. Я просто не играл в прошлую серию. И Вайт кинул очень неплохо собачке, собственно, мину в рот. Поэтому Фергюсона я не знаю. Ладно, выбрана линия Вайта. Не в кишки видно. Тащите вертолет! Ну, чувака полбашки нет, охренеть. Давай! Завершить дело, ради которого пришел в этот мир. Игра, кстати, неплохо очень оптимизирована. Она мне на высоких прям идет. С максимальным сглаживанием, с оптимизацией. Вообще в игре все в порядке. Сейчас посмотрим, как будет все это в игре.
Смерть вновь стоит у ворот. Кричит мое имя. Заходи, старушка. Прости, что заставил ждать. Посмотри-ка, Билли. О, собака. Мой папа говорил, когда у тебя будет сын, отдай ему это кольцо. Оно обручальное. Оно в нашем роду уже 8 поколений. Ну-ка, не трожь. Представляешь себе, сынок, это наша реликвия. Ты встретишь свою любовь и наденешь ей кольцо на палец. Это очень ценная вещь. Ну, отдай мне его. Не говори отцу про кольцо. Он его отнимет. Он про него не знает. Вот и помалкивай. Лады, лады. Мама, прощен ли я? Была ли моя жизнь праведной? Заслужил ли я того, чтобы увидеть рай? Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, нет. Мама, я попаду в ад. Тяни, бомбата. Нам придется удалить почти весь кишечник. Делай, что нужно, Сет, умоляю! Не покидай нас глазками. Если выживешь, я обещаю тебе, обещаю, что все будет хорошо. Кендерва, приведи мне доноров крови. Живо! Народ, ну срочно нужны доноры крови. Слышите? Стройтесь в очереди, колдовица. Бегом! Шевелитесь, парни! Свет! Свет! Руки-то хоть нужен помыли. Свет! Прочь с дороги. Он же не виноват. Не трогай ребенка. Не беси меня. Я видел его с ней. Он же дитя. Они играли. Он не понимает. Ни хера подобного. Прекрасно он знает, что нельзя общаться с тигритосками. Я не позволю бить сына. Хватит. Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, София, я каждый день надрываюсь все руки в кровавых мозолях. Они своими поборами с меня кожу живьем дерут. Я унижаюсь, лишь бы не прогореть. Я видел их вместе за ней. Они тискались под тополем. Я этого не допущу. Эхе-хе. Долго вкалывал твою мать, чтобы потерять репутацию из-за того, что мой сын тюрился в негритоску. Больше нельзя. Я готовлю, мою. На мне лошади. Хозяйство. Не один ты за всех страдаешь, Рик. Зря ты не закрыл лавку, как говорил мой отец. Мы всем должны. За свет 3 месяца не платили. Ты потерял все деньги, которые вложил мой отец. Ты играешь с огнем, Зафи. Что на тебя нашло? Я не тот, с кем можно распускать язык. Так, не скули не тут. Тот, за кого я вышла. Я вышла за мужчину, чья семья бы не голодала. Бог свидетель. Слышишь? Не позволю избивать сына. Заткни пасть, а не то ее сам заткну. Все вы живы такие. Лучше всех все знаете, да? Еще дерзит мне жидовка сраная. Я женился на тебе, потому что ждал пользы от твоего папаши. А ты как камень на шее, вечно лезешь не в свои дела. Не хочешь растить малого как надо, так я сам его постараюсь. Пошел вон! Ну! Правильно, куси его! Я не могу выйти, алло! Во, нормас. Даже смотреть на тебя тоже. На тебе, в еблище. Что, все, сопля? Ну, промазал. Ну это... Вы же ты убогий доходяга. Я тебе вырасту задницу-то надеру.
ломать об колено, козел. Заставлять жрать дерьмо. Ну и что ты им ответишь? Ты же и драться-то не умеешь. Давай хоть научу тебя люлей получать. Научу, говорит, люлей получать. Дыши ровнее, Бласковец. Восстанавливай силы. Мы начали важное дело. Расклад меняется. Хороший у тебя костюмчик, Кэролайн. Ты будешь нужен мне, когда мы начнем действовать. Чувствуешь, как толкается? Че, беременная, что ли? От меня, что ли? Ну, подонок. Фашист проклятый. Бесси, иди есть. Да, 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 ты умница. Да, Бесси, ты хороший девочек. Никуда ты не денешься, скулись, сколько хочешь. Бесси, она не сахар, парень. Иногда ублюдков надо наказывать. Убивай или сдохнешь. Старые немощные обречены. Грязные сволочи и прочие твари из кожи вон лезут, лишь бы отнять трудовые доходы у белого человека. Мы должны вправить мозги этим гомосекам. Это твой долг. Палец на курке. Так. Теперь... Застрели. Я не могу в тебя нацелиться, сука. Я стрелю в стену. Пошел ты в очко, козел. Животных убивать нельзя. Мудак. Помни, милый. Дальше будет лучше, чем сейчас. Захваченная нацистская подводная лодка «Молот Евы». 25 июня 61 год. Где-то в Атлантическом океане. Кто это? Это я. Это я. Весь в шрамах. Вчера у него пулемет, как его вообще одной рукой реально держать? Нормас. Все? Гейм попер. Так, G, чтобы убрать подсказку. Окей. Поехали, сейчас я тебе помогу, дружок. Не знаю чем. Это ты? Это я, да. Возьми. Спасибо. Они тебя ищут. Именно меня, да? Я же самый крутой здесь. Они уже тут. Ну давай. Напоминаю, что уровень сложности, ребята, хард. О, хорош! Перезаряди. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и нет, нет. По башке получил, мудак. Так, еще 25 ч... Еще 25, ну, 24 человека надо убить в голову, чтобы что-то получить. Они уже тут. Тут же система прокачки, система скиллов и прочих хрени. Нет у меня ничего. 50% жизни? Да ладно, это... это сложность. Перезарядим. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и нет, нет. Тихо, тихо, тихо. Все? Да в смысле ты не умираешь? О, что-то взял, какую-то конструкцию. Ладно, разберемся потом. Давай, 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 собирай все по максимуму. Патроны, что-то тут еще было. Что-то еще было.
Что-то еще было здесь. А, ну вот. Ага. Лады. Поехали. Помаленечку. Что-то еще моргает, моргает, моргает. А, три брони. Бинты. Отличненько. Шапка, еще броня. Это что такое? Куски какие-то плоти лежат. Охренеть. Так, сковородку я никуда не применю. А, это не сковородка, окей. Ну, пошли, наверное, сюда надо зайти. Что-то взял. А, много здоровья взял. О. Он упал там что? А, нет, он не упал. Держись, Аня. Ну теперь упал. Я иду к тебе. Ну теперь упал. Отличненько. Так, все, здесь я все подобрал вроде. А, так это... Сейчас еще с лестницы, возможно, придут. Ну да, ящики стоят именно так, как будто их надо расстрелять. Сюда нельзя подняться? Черт, нам на лифт. Окей, погнали. А вон, смотри, сколько там всякого говна. А как это забрать? Как это... Стопай, 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 стопай. Это можно объехать и забрать. Я тебе говорю. Вот. Да? Или нет? Подожди, так нет. Я же на коляске не проеду туда. По-любому. Да, не проеду. Ладно, погнали. Поехали. Эх, не убил. Вонючку. Не убил вонючку. Да в смысле? Вот, а убийство окружающими предметами? Что я сделал? Что это было? А, да в... Блин, муха, да забери ты ее. Ага. Это какая-то чертова хреновень. Хорошо. Пердеть не буду. Не хочу. Подожди. Ничего здесь нет. Пособирал всякого говна. Угу. Живо, 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 живо! Ой, вот так-то лучше. Раз, два. Ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена какая прелесть. Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя, но я рад, что ты встал с постели. Где она? Я не видел ее с тех пор, как они с Кэролайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Энтони, ты хоть знаешь, сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Шмекели. Правоэнгель, она охотится тобой. Перевернула все вверх дном и наконец нашла тебя. Здесь ты проникли на подлодку. Много раненых, много убитых. Меня бедолаги. Вообще мне пора. Нет,
Нет, нет, Хагмир, не жди, не чайник, я же сказал, нет. Помоги найти лифт на верхнюю палубу. Ты полный Оксен. Ты полный Оксен. Ну ладно. Оксен, наверное, псих. Или ненормальный. Палуба лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда, не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Это карта. На ней показано... Он крадется, крадется. Сейчас он ему разорвет череп. Смотри. Оп! Вот так. Вот так. Осторожней. 530 кадров в секунду. Иди, твою мать. Ступай. Фрау Энгель. Нажмите J. Я понял. Добраться на верхнюю палубу. Ага, навыки обучения. Окей. Ты меня. Наоборот, дамочка. Ага. Это я тебя ищу. Все, у меня максимальное количество патронов, да. Дамочка, которую я ищу, окей. Почему в голову не дало? Да в смысле... Ага, есть. Пятерых уже убил. Нормас. Тихо. Да иди, твою мать. Надо подобраться, короче, я понял. Ловушки же здесь все. Везде есть. Фрау Энгель. Я понял. Ищешь меня. Наоборот, дамочка. Смотри. Я тебя ищу. Во, сейчас прибегут, смотри. Убийство предметами 4 из 10. Кэролайн, где бы ты ни была, делай все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. Угу. Еще будете, пацаны, бежать ко мне? Мудаки. Вонючки. Так, вниз я могу спуститься, но... Подожди, отключать ловушки я не хочу. Отключать ловушки я не хочу. Так, я понял. Тут вроде никого нет, пошли. Я потом не подымусь. Нормально. 300 патронов, это вообще зачет. Брони максимум, всего максимум. А, так мне в любом случае вниз, да, надо? Ну, пошли сюда. Там что-то должно быть. Вот эти вот все закоулки, тут стоп. Нормас. А, документы. Мировое сообщество осуждает убийство генерала Штрассе. Документики нашел. Нормально. Не зря зашел. Не зря пришел, документы нашел. Так, окей. Давай вот так сделаем. Слева или справа? Ага, здесь. Мало ли. Заманим их сюда. А, так тут со всех сторон получается, да? Отлично. Прямо прелесть. Так, а там у нас патрончики, да? Отключи-ка. Нормас. Собирай. Собирай. Все, максимальное количество всего. Поехали. Давайте сохранимся нахер. Вот. А куда мне, сюда или сюда? Сюда. О! Я так понимаю, на коляске сюда, да? Давай. Ну, он тут был один? Надеюсь. Поехали. Вы где, пацаны?
Прибежали вы, пацанчики, не туда, куда надо. Хорош. Пока жара. Прям пока мне нравится. Так, ага, вот, понял, под платформы. Здесь ничего нету тебе, дружок? Ничего нет. Поехали. Ой! Не успел подняться. Я его убил, надеюсь. Да. В смысле? А что случилось? Сдох. Чё это я сдох-то? Перерубило меня? Вот. Нормально пока. Сейчас должны прибежать. Они же здесь ходят. Как-то странно, мы зах... О, нормас. Документики. Записки солдата Оскара. Я знаю, что очень заняты. Мне кажется, запасной план на случай побега террористов. Окей. Документы, я так понимаю, надо искать. Они чего-то там нам дадут. Чего-то там нам они дадут. Где-то что-то включил, да? Ой, это здесь. Офигеть. А зачем это мне надо? Я же отсюда сам не выйду. Что за бред? Опа. Бронь нашел, нормально. Ну, графония неплохой. Теперь вы это можете видеть. А то на стриме как-то все это было ужасно. Как так? Я ему попадаю 3 раза в голову, он не умирает. Что за херотень? Это же казуальная игра. Это не... не симулятор стрельбы. Тут нету ни отдачи, ничего. Так, да ты, твою ж мать, кто? Какой же бред. Напоминаю, что это уровень сложности хард, и здесь одного я вижу, окей. Где второй? А, второй вверху стоит, ёпай мой. Я его не убил. Ага. Я не вижу его, вообще не вижу. Где-то справа стреляет, выстрел из вспышки есть, я его не вижу. Что за бред? Нахер. Ты спрятался, мудак. Как так-то? Одного я вижу. Сейчас он уйдет, подожди. Надо вот так. Подожди, подожди, вот так. Вот так сделать. Да ты умри, умри! Отлично. Тихо, 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 тихо. Ушел, да? За стену. И там сверху еще один, я вижу. Видел. Ты че, краб? Смотри, какие они вертлявые. Надеюсь, все. Сейф. Пошли. Спокойно. Откуда? Кто?
сверху. Так, ну сверху у меня здесь отсюда не попадут, а снизу я приму. Ах ты мудак. По башке попал, да? Отлично. Каску сбил напрочь. Ну здесь вроде никого больше нет. Их не может быть столько много. В принципе, тут вон взрыв. О-о-о! Взрывать можно, пацанов. Это хорошо. Было бы неплохо. А мне об этом пораньше узнать. Что это такое? Что за... Все? Поехали. Башки попали. Козлы, а? Пошел ты. Последний шанс, мудак. Будешь мне тут еще рассказывать, какой у меня шанс. Я вас всех победю. Всех победю. Так, сюда я не спрыгну. Броня есть. Так, здесь что, непонятно. Ага. Ну, поехали. Наверное, вот сюда, да? Так, а это наверх? Это наверх. Ой! Слышь! Господи, боже мой. Да в смысле, пацаны? О, боже мой, как они попадают на харде, конечно. Давай быстрее. 50% жизни это мало. Ну это хард. Отличненько. Лезь, садись. Садись, садись, садись быстрей. Надо бы запустить конвейер. Боже мой. Так, пособираем. Я не знаю, что нас ждет впереди, но будем надеяться на хороший исход. Так, здесь что? О, тут можно пролезть? Нет, нельзя. Хорошо. Патронов максимум. А, перезаряди. Перезаряди! Так, туда надо зайти, а это... Эту кнопочку надо пустить вспять, я понял, да? Тут ничего нет тайного. Так, конвейер пошел вспять. Угу. Поехали. Поехали. Подожди, тут ловушки никакой нет. Тут же ловушка должна быть, ну теоретически. Они же там ходят все. Ага, давай сюда зайдем. Смотри, тут сколько всего. О! Дневник по станции Макрайзау. Мы все умрем, я это чувствую, бессонница, ля-ля, тополя. Хорошо, да, подобрали. Американский флаг. Салютую. Поехали дальше. Музыка, музыка бодренькая здесь. Сейчас они сюда, по идее, должны прибежать. Да, прибежал. Да ну нет!
Чуть он там умер. Каска нахер. Красавчики. Там нет! Много вас, пацаны. Я тут один, как бы. Да-д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 а. Убийство во время прилива сил. Прикольно. Сколько всяких тут ачивок. Ну, в смысле, приколюшечек. Все, патроны пособирал. Поехали, сохранимся. Нам надо куда-то наверх, обратно на платформу. Получается, да? А пушка что, одна только будет у меня? Алло. Все, брони у меня максимальное количество. Это хорошо. Где я здесь? Где я здесь это катался на платформах? Ага. Бинтики. Отличненько. А, ну вот сюда и едем, да? Нет. Опять они шумят. Красавчик! Взорвал сам себя. Тупой немец. Откуда ты взялся только, я не пойму. О, мясо вообще здесь. Поехали. Так, платформа, говорите, да? Угу, вот она. Погнали. Сохранились. На всякий пожарный случай. Можно вот так сохраниться. Так, а здесь я не зайду. Да, здесь я не залезу. Поехали дальше. А, так все правильно. Я вот так вот и ехал. Сохранимся на нормальной зоне. На нормальной плотной земле. Так, а я сюда и еду, да? Окей. Включить лифт, покинуть уровень. Опа! Ой! Твою мать! Да ты... Алло, я доставлю твою голову, фрау! Твою мать, я думал, все капец. В порядке. Я Абуза. Что за глупость? Так. Нифига себе, у тебя ноги. Давай встанем. 52 размера. Как ты поправилась? Ну, вот еще ваши телесные. В каком же вы месте все это делаете? На фоне убитого потом, чувака. Потом, Киндерлах. Если выживете, еще успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. Слушайте, Уильям. На палубу. О, боже мой. Ни хрена себе. Нет, пропускать не буду. Я думал звук немножко поправить. Вот очень как-то баланс звука неправильно сделан. Диалоги очень тихо, а громкость очень громко. Вообще. По башке. Пора сдаваться. Отпусти еще один умник с пушкой. Отпусти. Зигрун. Зачем ты так запыхалась? Не знаю, мама. Ах, ты не знаешь.
вот этих, доставить их для допроса. Да, мама. Ты не делаешь упражнений, о которых мы говорили. Ты не соблюдаешь диету. Прости, мама, я вчера съела маленький кусочек торта, совсем чуточку. Глупая девка! Ты позоришь свой род, свою расу! Что скажут люди, когда тебя отправят в лечебницу сжигать жир, дочь генерала? Ну и позорище. А ну подставь щеку. Это же пощечины не заслужила. Он там, наверху, я уверенная. Идите внутрь, его выманю. Да, мама. Все внутрь. Что-то мне кажется, это ловушечка. А мне не кажется, потому что я уже видел. Не ходи туда, Уильям. Они захватили нас. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав. Тебе надо попасть наверх, как-то освободить. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь. Хорошо, хорошо. Тайсон! Хочешь нас своей колясочкой задать? Это Стая. Вот и он. Good. Хорошо. Снимите с ее броню. Прикольные тапочки. Забавное зрелище. Гений подполья в собственном дерьме. Ласковец, ты очнулся. Как видишь, я пришел за тобой. Как ты, Кэролайн? Она нас как-то нашла. Видно, я не считалась. Нас высадили. Я все испортила. Так, стоп. Вот теперь... громкость речи мы сделаем вот так. Громкость музыки и так тихо. Все, окей. Думаешь, ты герой? Уильям Джозеф Бласковиц. Поднять калеку. Вот, теперь нормально слышно. Ты не герой. О, нет. Тебя обожают только убогие трущобные крысы, гнилое отребье из вонючего гетто. Но теперь все изменится. Я покажу тебя по международному ТВ. Смотрите, люди! Ты ржешь, мудила! Разве это похоже на героя? Жалкий калека, который мочится в трубку. Я тебе на лицо носу, собака бешеная. Какой ты никчемный паяц. Бросьте. Дальше. Тизямхан. Возьмите ее за ворот. Склони голову. Глупости. Сопротивление не склонится. Что это такое появляется? Имена их? Да, пропуск Вайт 3. А у нее что не появляется? А, появляется. Ты сказала, что сказала, что будешь делать упражнения и перестанешь жрать.
Что мои люди нашли при обыске в твоей комнате? Шоколад, печенье, лимонад, конфеты. Не говоря уже о мерзких записях в своем дневнике. Ты хочешь освободить ее? Ладно. Бери. Да, бери, бери. Давай, освободи ее голову от ее тела. Ты прошла мой дневник? Давай, иначе клянусь! Тебе не сдобровать. Давай, 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 давай. Прошу. Давай же. Мама, я не могу. Живо! Мама, я не могу. Зато ты осмелила писать здесь дневник фантазиями. Причем кое-где даже на английском. День за днем ты изливала свои извращения. Разбухает мерзкого жира, как свиноматка. Ты хоть понимаешь, в каком я положении? Надо донести на тебя. Ты не имела права его читать. Кэролайн Беккер, главарь круга Крайзау. Гений преступного мира. Не сдавайся, Бласковец. Я не сдаюсь. Я не сдаюсь, нормально все. Все же нет. Тапочки надо забрать. Думаю, ты обычный... Твою мать. Жопа какая. Смотри, как странно. Она только что была здесь, а теперь ее нет. Смотрел ли кто-нибудь с любовью в эти глаза? Какая же ты мерзкая сучка. Как в дневнике писала, в своей пухлой щечке. Тебе нравится пониже? Зируб, не заставляй меня выбирать между тобой и моей верой. Потому что у тебя не будет шансов. Ох ты, мудила. Так, теперь ты. Это тоже твой старый друг, да? Хватит. Довольно. Мама, остановись, хватит. Уйди. Нет! Мистер! У нас потери. Давай, 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 я надеваю. Мне не по-моему муху отрубили, что ли? Тихо, 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 да? Сейчас, да мне быстрее бы одевай это. На помощь, говорит. А чё он его не убил, интересно? А, она говорит, прокомандовала ему. Нормально все у тебя? Чё тебе там? По уху додали, я понял. Так, брони максимум. У меня ухо на месте. Не знаю, на месте оно у тебя или нет. Что? Эй, я не жестокий убийца, как твоя мать. Так, а тут... Спасибо. Это патроны, да, все? Думал, ой, господи. Поделюсь информацией. Военными тайнами. Расскажу, как освободить... Электричка. Ладно. Кэролайн. Так, погоди. Добраться до отсека управления. Нормально, нормально. Эта дверь ведет к отсеку. Поехали, уже побежали, быстрее, быстрее побежали. Побежали, говорю, я тут уже бегаю, нормально, я уже бегаю. Ох, и прыгаю. Погоди, ты можешь открыть эту дверь? Круто. Я как в игре Кризис. Кризис. Энергоброня, нажмите пробел, чтобы подпрыгнуть, и левый контур, чтобы рушиться вниз. Я понял, убери. Прошу. Подожди, энергоброня у него.
отличненько. Не вздумай раскисать, Вайт. Собери волю в кулак. Соберись, тряпка. Господи. Так, а здесь все четенько, да, у нас? Давайте сохраним. Потому что забираем топор. Чтобы развлечься, нужен только топор. Да. И нацист. И нацист. Откуда, спросите, я это знаю? Потому что я же уже проходил, я же говорю. Мы пытались сделать стрим, он не получился, и я это записываю. До поры, до времени я тут все уже знаю. Чаще сохраняться. На харде... точно, можно же быстро его убить. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, как это все жестко. Кто хакает тут? Кто так делает? Тут никого нет, ладно, пошли. Да кто там? Не понял. Что это? Это ж не он. Не он. Странно. Наверху... Кэролайн, прием. Если ты еще не в раю. Прошу, побереги наших ребят, пока я тут занят. Поехали. Не надо тут разговаривать. Слишком много. Так, подожди. Слишком быстро тоже. Ой, что-то взял. А, пукалку взял. Нормас. Но мне он не интересен. Перелезь. Немножко взял говничка. Говничка. Что это было? А, патроны на пистолет. Ну, окей. Пойдем. Ой, как тихо. Нажмите офицеры. Пройти обучение. Нацистские офицеры уполномочены вызывать по рации подкрепление. Если вы расправитесь со всеми офицерами поблизости, не попавшись никому на глаза, они не смогут поднять тревогу. Если вы же несетесь на пролом, то расстреливайте офицеров как можно быстрее, если они не успели воспользоваться рацией. Офицеры будут упорно вызывать подкрепление, пока не погибнут. Понял. Пошли вниз. Давай так сделаем, сохранение и вниз. Тихо. Ага. Действую, как учили нас на курсах. Сперва устраняем офицеров. Да я ж убил офицера, там мудила. Ой, там что-то взорвалось. Ох, ты как быстро бегаешь, красавчик. Что-то взял. Коды Энигмы какие-то. Ой. О, я тебя расхерачивал. Прости. Ага, вижу. А, это не он. Чего? Ага. Умер. Отлично. Ух ты, убежал, да, засранчик? Ладно, это все хуйня. Перезаряди. Ой! Вижу. Вот так. Нет, пацаны. Ты куда убежал? Я ж тебя столько напулял.
патронов-то нет. Ой, в смысле здоровья нет. Окей. Я вижу тебя, ублюдок. Толку-то, что ты меня видишь? Ага. Получил? Получил фашист-гранату? Есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ах, собака, так хорошо бы было, сейчас троих бы завалил. Где? А. Ага. Так, обнаружен сигнал. Почему я его убил, и тревога поднялась? Действую, как учили нас на курсах. Сперва устраняем офицеров. Понимаешь, да, что происходит? Слева меня не выпалит. Здесь у меня хорошая... Ага, вон он. Окей. Никак нет. Одного офицера завалил, второго завалил. Неплохо. Надо забрать с него коды. Не-не-не, чувак. Ты сдох? Сдох. Сдох. Неплохо, неплохо. Красавчик. Сохраним. Чего орете? Чего вы орете, мудаки? А, у меня гранаты есть. Нихера себе. Фэ-метание гранат. Где вы там? Круто, я не знал. Нету больше, да, гранат? Нету гранат. Ну, тут... Идти вниз было бы глупо, мне кажется. Тихо, 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 тихо. Идти было бы вниз очень глупо пока. Ай-яй-яй, да что ты, твою мать, ганвнюк. В этой игре даже есть ждуны, в этой игре даже есть ждуны. Ну что это за мудаки? Да иди, твою мать. Блять, это ж какой-то пиздец. Убейте меня, а. Убейте, убейте, убейте. Застрял еще. Кинуть гранату, блин. Под себя. Ты видишь его? Вижу, вижу. Сейчас я вам устрою райскую жизнь. Граната! О, отлично. Перезаряди, 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 перезаряди. Неплохо, неплохо, неплохо. Сохранись. Да, вот здесь. Один. Это охранная система. И чё? Записка подсобного рабочего. Ага, что-то нашел, лады. А их никого нет, смотри, как я ловко. Что? Электронное письмо обер-лейтенанта Ансельма Деккера. После прокновения нарушителя, ля-ля, это поля. Блин, сколько понаходил, и уже всякого лута здесь. Бронечка, броник, броник. Блин, а мы летим, реально, мы летим. И никого нет, смотри, как прикольно. Ага. Тут еще где-то что-то было, ага. Окей. Что?
Еще? Блин, сколько всего ты понаходил здесь, реально. Клево. Еще? Нет. Нормас. Вообще огонь. Сохрани. О, пацаны, вы тут полегли за свою веру. Нормально. А в смысле? Раз, два, три, четыре. Я четверых? Пятерых. Четверых. Ты это офицер, понял. Ключи Энигмы забрал. Сохрани. Я не знаю, мне сюда надо или туда. Это, наверное, какая-то секреточка. Ну да. Просто жизня. Сохранись и пошли. Так, это я здесь пробегал, окей. О, ни хрена. В смысле, а я? А я могу только одну или то, или то брать? А, патроны взял. Все. Я же испугался. Гранаты набрал, окей. Главное не забывать ими пользоваться, на самом деле. Ну окей, сохранись, дружок. Пошли. Так, ну здесь, по-моему, я еще уже, вернее, еще уже. По-моему, здесь я уже и не был. Отлично. Это все теперь будет в новинку. По-моему, я здесь не был на стриме. Ага. Ваш фашисты гребаные. Ну какой он быстрый. Ладно, пойдем. Это, видимо, все-таки была секретка в этом месте. Потому что там пути нет. Производитель игрушек открыл магазин в Рояле каком-то. Окей. Блин, сколько всего здесь реально интересного. И все это, скорее всего, мне зачтется на каком-нибудь переходе. В смысле, ну, прокачки персонажа, наверное. А может и нет. Все, нет, все правильно. Я туда и должен идти, на самом деле. Наверху ничего нет, мы сюда и должны идти. Вон, я вижу. Как мне сюда зайти? Открывается не отсюда. Ты издеваешься? Так. Где-то пролезть, наверное, надо. Ну, окей. И как мне? Подожди. Что за хрень? Сохрани. А, сверху, может? Не увидел где-то там проход, скорее всего. Или нет? Да, точняк. Прикинь. Что это я сейчас сделал? Что за чушь? Подожди. Ну, пролез я туда, окей. Что ты от меня хочешь, игра? Недоступно. Да в смысле, ручки нет? Ну, вышиби ее на ногу, ой, не знаю, у тебя железная нога. Полная броня. Отлично. Всего.
Топорик? Топорик? Еще броня. О. Я вообще сюда лезу. Куда я лезу? Нормально. Блин. Подождите, мне надо попасть в другую сторону. Ну что такое? Куда я сейчас приду? Да, можно было обойти вообще вот так. Прикинь, я не знал. Вот это вот невнимательность, потому что твоя Димон. Понимаешь, Димон? Куча патронов, куча всего. Так, но я опять-таки не понимаю, куда мне... Мне надо опять залезть наверх. Ой, господи, зачем такая замученная система от этих коридоров? Что за бред? Либо я не догоняю. Там явно надо открыть двери. Явно дверь открывается где-то... Нигде пролезть нельзя. А, вот же, ёб твою мать. О-о-о, капец кривой. Бак явно взрывоопасный. Да ты что? Спасибо. Чё это? Джан Джагдльфлигерн. Ну, окей, пошли. Я понял, понял, что он взрывоопасный. И по мне могут сейчас бомбануть, да? Ахтунг, ахтунг, ахтунг. Так и что мне сделать? Просто бахнуть его? Я думаю, да. Давай сохранимся на всякий случай. И все. Я пробил новый выход. Пришел. А что ты здесь делал-то, алло, Вася? Ему просто сидит, стреливает нормально все. Спокойно. Что нет-то? Что нет-то? Чего там неткаете? Сидеть как-то негоже, да? Топорик взял с ним. Ой! Ой, гранат, 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 гранат. Ах ты, сука. Лови, сука, тупая. Никого не убил? Максимум, минимум. Не-не-не-не-не-не-не, чуваки. Воу-воу-воу-воу-воу, справа убили. Снизу приперся, мудачило. Ну ладно, ладно, ладно. Так. Я вас понял. Базарить надо по-русски или по-английски в этой игре. Я не понимаю, чего там говорить. На одного тратить гранату целую я не хочу. Есть контакт. О,
кидок херов. Красавчик. Ой. Вот туда сейчас прилетит. Да, да, да. Перезарядка. Ловите, пацаны. Тихо. Вон тут вот он. В мясо. Он что, самоубился, что ли? Отвечаю. Он самоубился. Да пошел ты, слышь. И этот самоубился. Охренеть. Вы что творите-то, мудаки? Пока. Тара-та-та-там! Вас там уже много, да, пацаны? Давай вот так сделаем. Удалось его засечь? Никак нет. Мы пока полутаем. Ага. Да твою ж мать! Зачищать пришел. Расисты хреново. Чего-то там. Нет, сидеть не гоже. Так, тихо, пацаны, вы чё? Сумасшедшие, что ли? Ладно, давай сохранимся, чтоб... Да. Что это? А, это какая-то пушка, зарядка для пушки, я помню. Гранат нет. Ах ты, мудила! Выстрелом в голову прям мне попал. Ну ладно, ладно, ладно. Дай твою мать! Блин, а ну все синее, а не синие, блин. Это какая-то жопа вообще. Получил, сука. Нормас. Побегаем, говорю. Ты что ты тут делаешь? Еще одни. Три офицера. Кэролайн, мне больно. Да одолжишь мне свои крылья? Тихо, тихо. Никаких болей, не ссы. Вроде все. Так, смысла туда идти нет. А вот сюда есть. Каску нашел. Патроны.
Погодите, погодите, здесь не все еще залутано. Я думаю, гранатки найти. Во. Как минимум. Вот, намаз. Теперь можно хоть дышать свободнее. Опа, 121 под... здоровье взял, нехило. Ну чё, окей. Сохраняемся и идем. По-моему, вот сюда. Вот сюда куда-то, наверное. Вниз? А-а-а, блин, я попал. Пипец. Всю броню снесли. Это каким хреном? Вот он, отсек управления. Охранники херовы. Брони мне надо побольше, пацаны. Я без брони же ничего не сделаю. Ну смотри. Сейчас мы что, упадем, что ли? Да ладно. А, улетели. Мечусь! 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 Макс Хас, Макс Хас. Хватайтесь за что-нибудь и держитесь, что есть сил! Боже мой. Не, ну он сейчас всплывет, наверное. Или нет? Да-да-да. Всплыл. Там же воздуха до хера. Круто, тенечка. Поверни его на бок, мистер Попата. А, вот так. Очнись, Макс. Очнись. Верни. Максон. Получилось. Так, скорее. Нужно быстрее всплыть. Молодец, пан Пласковец. Хороший ты парень, Ингале. Хороший. Я знаю. Кэролайн, я освободил молот Евы и возвращаюсь к нашим ребятам. Прости, что прошу, но, может, ты еще здесь побудешь, а я полетаю на твоих крыльях. Великолепно. Че, ребят, давайте-ка, наверное, на этом остановимся. Вот так, и так уже, в принципе, серия здоровенная. Вот. Все, что я сделал на стриме, все, что я показал, даже немножко мы дальше с вами зашли. Вот. Давайте пробежимся буквально еще пару минут. Посмотрим, что там будет. Замесы будут, не будут. О! Ты кто нахер? А это вызов. А это вызов. Сейчас мы его убьем и закончим. Это прямо вызов мне, да? Давайте поменяем автомат, здоровый возьмем. Сохранялочка прошла. Ой! А как в смысле? Что-то он быстро перезаряжается так-то. Погоди. Да не, он с первого раза мочит, вообще пипец. Не пойму. А, у меня 10% жизни. Какого хрена? У меня жизни нет.
Ну-ка. А он сюда не пройдет. По-моему, он сюда не пройдет. Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Броня. Аптечка. 30%. Отлично, сохраняйся. Очень печально, если... Ну, он здесь подымется, конечно, по-моему. Но надо сначала аптечку найти. У тебя нет ничего, чувак? Тихо. Спокойно. 50%. Все, отлично. Теперь можно воевать. Ну, где ты, мудила? Гранат нет, да? Это херовастенько. Вниз. Ой, это я зря сюда пришел. Где он? Где он? А, вижу. О, он еще и летает. Твою мать, мудак. Он еще и летает. А у меня нет оружия нормального. Подожди. А, вон он. Твою мать, козел. Тихо. Да что ж ты, блядь? Я не понимаю. У меня нет гранат. Да быстрее. Ну что ты там загружаешь-то, алло? Пиздец. Да уйди ты. Я вообще не понимаю. Погоди, да что за бред? Может быть, на цыпочках надо ходить? Он туда меня не услышит. Да. Но попробовать можно, да? Сейчас сразу вниз. Где он там где-то сверху, да, ходит? Да. Гранаты нет. Вот это вот было бы хорошо. О, боже мой. У него слишком крутой лазер. И он меня видит, зараза, понимаете? Прямо из-под тишки. Сохранись. Главное ему в лицо не выйти. Будет печально. Пакеты вот эти вонючие. Тихо, мудак. Не надо меня пулять с этим дерьмом. Я тебе говорю, блять. Отвали от меня, козел. Ты прям злишься? А мне страшно. Где он?
И-ха! Тварь тупая. Лазергевер. Испускает мощные пучки лазерных лучей, которые перегревают и плавят тонкие металлические листы. Металл, отмеченный желтыми шевронами, можно расплавить. Для дозарядки используйте зарядную станцию. Не входит в ваш инвентарь, но его можно в любой момент выбросить. Ага. Ясно. Забирай, забирай. Тварь тупая. Да уберите подсказку эту, мудак. Цель — вернуться в ангар. Все, ребят. На этом точно все. Вон цель. Пойдемте. Цель вон. Все, давайте я прям сохранюсь. Пустая ячейка. Вот. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Сорян за стрим, но не берет игра нормально. Я не знаю, что у меня... Может, я кривой. У меня она тупит на стримах. И это не из-за компа, как видите. Поэтому... Пока-пока. Будем проходить еще и это. У нас получается Destiny, Wolfenstein и Evil Within 2. Все, ребят, пока.